Состояние Доры стало ухудшаться. Она ни на что не реагирует, совсем отказалась от еды. Полностью отсутствует глотательный рефлекс, испражнения самопроизвольны, голову держать не может. Похоже, что ей ничего не помогает. Слишком тяжелая травма была нанесена. Врачи никаких прогнозов не дают. Прием у врача назначен был на сегодня. Но вчера она не проснулась. Тихо ушла во сне. Валь, добрый день. Я к тебе с плохой новостью. Ушла в иной мир Мони. Вчера вечером я ее покормила, перепеленала, так сказать. Ну, переодела ей чистенький подгузник, все. Попоила ее, уложила ее в ее постельку, укрыла. И вот утром я пришла, как ее оставила, так она и лежала. Вчера вечером при кормлении, перепеленании у нее очень сильно тянуло, ну, в левую сторону, и лапки у нее уже как одеревенели, то есть ее парализовало левую сторону окончательно. Вот, так что вот такие дела. Жалко, плохо, пытались, но ничего не получилось у нас. Мы не боги. Не грустите, и не надо слез. Дора не осталась в одиночестве, в грязной канаве. Умирать, корчась от боли, от холода и голода. Может быть, первый раз за всю свою недолгую жизнь она почувствовала человеческую заботу и тепло человеческих рук.